Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Сэм, это 17-й летсплей по блокаде. Сегодня мы будем играть с таким оружием, как Гроза, и на карте под названием Фабрика. Вот, ребятки, собственно, играем мы за синих. Вот уже, как видите, закидываю по полной гранат и всего остального, что только может. Так вот, асфальт перед нами, он нас просто подловил на перезарядке. В общем-то, ребята, если говорить вкратце, то у меня в последнее время просто дико бомбит из-за блокады, потому что опять все это говно ВСС, Барретт и М700 не дает мне надежды поиграть с каким-нибудь нормальным оружием. Вот, просто я не знаю, что мне дальше делать. Мне вообще в планах постоянно вот это мелькает, типа забросить блокаду, но просто не могу. По той причине, что ее буквально все мои подписчики любят и смотрят. Так, окей. Ну, теперь перейдем к радостному событию, блокаде. 3 года, ребят, вчера исполнилось 3 года. Так, отлично. И еще одна новость, это то, что я немного приболел. У меня болит горло, в общем-то, буду дома до среды. Вот. Не знаю, может, кому-то она покажется и радостной, но, ребят, если говорить вкратце, то мне как-то сейчас не особо приятно говорить, потому что горло болит немного, реально. Вот. Ну и опять ВСС десерт, ребят. Вот как вы видите, у нас в блокаде тащит только скилл, не донат. М700 и ВСС десерт не тащит, для них нужен скилл, причем он огромный. Так, тихо, блин, меня убили с М3. 7 на 4. Не играем пока что, в командном зачете мы также выигрываем, причем на довольно-таки приличное количество фрагов. 5 МГ-42. Охренеть просто, я не понимаю, во что так блокада превратилась. Что будет вообще в дальнейшем, мне даже интересно. Какую имбу у нас еще введят. Так, хорошо, у нас там кто-то на крыше поднимался. Ладненько, тихо, блин, 22 хп, нужно быть поосторожнее. Так, у нас тут чувачки наши идут. Будем как-то ими, что ли, прикрываться. Отлично, 2 ребят еще у нас удается забрать. Окей. Так, как-то вот так сейчас поднимемся тут. Ой, блин, и в это время нас как раз-таки запалили нашу позицию, и в итоге нас убили. Окей, пока что мой ПК нормальная такой комнатной температуры. Поэтому еще можно как-никак играть. По крайней мере, постараюсь. О, забрали, неплохо. Так, сюда вот сейчас сберемся. Отлично, подловили, пай! Стоп, а мы его убили вообще? Мне кажется, что нет. 46. Ну, я на самом деле не знаю, как-то особо не уследил за этим. Ладненько. Идем по той же дороге, по той же тропе. Так, ну стоп. Пытаться взобраться, третий плеер, но мы его за это наказываем. Так, ну давайте выходите хоть кто-нибудь. Не нужны фраги и желательно халявные. Отлично, ребят, с билета убили. И у нас нету каски и 97 хп у нас уже нет. О, ребят, смотрите, я, конечно, не понимаю, почему он у нас как бы вообще не обратил внимания. Вот, как-то это было довольно странно, может, она там что-то залагала. Но все-таки мы его убиваем. Так, вот отлично, еще одного, господи. Все идут у нас по центру, а команда противника ведет все время по правой стороне. Так, тихо. Кого-то там увидел. Да, он уже убил 2. И вот теперь наши идут также направо. Вот опять по центру остается маловато человек. Так, плюс 1. О! Плюс 2. Отлично, плюс 2. Так, господи, убейся ты уже! А, блин, нет, не забрал его с билет. И вообще тут мочилово сейчас такое, ребят, происходит. Просто охренеть. Так, ну, мы 104 фрага сейчас обгоняем. То есть, я думаю, мы, в принципе, имеем все шансы для того, чтобы сегодня быть победителем в этой каточке. Вот. Так, сейчас пойдем по левому флангу. Попробуем там что-нибудь сделать.
Так, чувак, отлично, отлично, на мосту. Нам виден мост. Так, там еще кто-то справа был, серьезно. Он там, походу, просто все время сидел и крысил. Это как-то... Это надо иметь большие нервы и терпение для того, чтобы там находиться такое количество времени. Может, не так долго там находился, может, просто вовремя подошел. Но все-таки это обернулось не так, как мы хотели. Вот он, собственно, у нас крыска наша. Вот там еще кто-то сверху был. Так, ну давай, чувак, выходи. Так, ты куда? Тихо, 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 тихо. Так, вот у нас там на крыше. На крыше сидит. Ладно, мы сейчас чекнем здесь вот. А, плеер там был. Я его задел, но не убил. Фак, 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 фак. Отлично. Барретт. А, тихо, 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 тихо. Минус Крис. Давайте минус еще кто-то. Блин, нас убили с МГ-42. 27-11. Ну что ж, ребятки, как вы видите, тут реально у нас такое месилово получается. То есть карта довольно-таки маленькая, и тут нужен такой какой-нибудь хороший пистолет-пулеметик, желательно скорострельный, естественно, потому что скорострельность вообще тащит на таких вот маленьких узеньких картах. Вот, ну как по мне, мы просто хорошо подобрали оружие. Вот, и как раз-таки за счет этого мы сейчас с вами как-то выходим в плюс. Что для меня немаловажно. Так, тут еще кто-то будет крысить. Нет. Он понял свою ошибку, я понял. Так, тихо. Тихо, может, сейчас там нас спалил. Да тихо, блин! Все на респаунах там ни хрена вообще не сделали там ничего полезного. То есть мы вроде никого не задамажили и вовсе. Но пулик потратили прилично, вам скажу. Вот. О, МГ-42 там крысил. Ладно. Простим его. Да блин, ну опять крысит, господи. Просто пипец какой-то. Мало того, что вот МГ-42 там используют, УСС и М-700, так они еще и крысы тут пытаются. Господи. Опять! Просто по таймингу вышел, но так сейчас повезло, ребят. Так, МГ-42, иди нахрен. Ты тоже, чувак, иди нахрен. Так, они его уже съели, хорошо. Неплохо. Ага. Так, я не понял, почему. Да, я по этому чуваку, который справа шел, я по нему попадал. И по нему как бы урона не шло. Что за дичь? Господи, какая-то хрень происходит сейчас, серьезно. Так. В этот раз гроза победила, Томпсон. Барретт также. Продолжаем в том же духе. И нас убил Освал. Ну, он поменял, я так понимаю, Крис на Освал. Ладненько, ребят, уже вот каточка подходит к концу. Вот. Ну, я все-таки так понимаю, что мы выиграли. Да, скорее всего, мы выиграли. Опять у нас Барретт. Ну, короче, понятно. Барретт, в принципе, можно простить, потому что вроде это как и имба, но... Имба, которая требует, ребят, скилл. Ну, это уже ни хрена не скилл. Ой, господи. Как же я обожаю таких людей. Просто не знаю, ребят, судя по моей вообще реакции на вот такие вот оружия, имбы, абсолютно вообще желать лучшего. Я вот и начал как-то снимать изначально прохождение, просто потому что блокада меня резко взбесила. Вот это вот всем вообще, то есть использован как, короче, имп, вот. Так, тихо, 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 там чувак был, он там поднялся, ну ладненько. Будем менять позицию постепенно. Так, минус один, плюс пять делаем, мы до плюс 10 не дойдем вообще никак. Давай, господи, опять респаун, что за говно. И нас он там спалил. 41 на 20, ладно, стата 2 еще получается, но у меня все время сейчас главная цель выйти в плюсе.
рейтинге 42. Скилл, ребята. В блокаде тащит только скилл, как вы видите. Просто. Так, минус один. Вы даже, ребят, можете писать, что я там ною насчет этого всего, что я на самом деле не скилловый. Я, в принципе, всегда это знал, что я в играх-шутерах никогда не был особо скилловым, кроме Call of Duty Modern Warfare 2. Потому что в Call of Duty Modern Warfare 2 у меня даже были небольшие турниры. Вот. В которых я даже выигрывал. Вот в блокадзе у меня этого вообще не получается. Тут просто имбы одни идут. Так, тихо. Наоборот, нельзя выходить. Так, минус плеер. Окей. Так, сейчас пойдем к базе противника. Вот, я даже не знаю почему, сейчас по фану просто оставлю голосование. То есть, убрать ли мне блокаду с канала или нет. Ну и просто первый плеер. Охренеть, ребят, что происходит тут? Просто пипец. Я не понимаю, как так. Чего вообще блокада опустилась? Так, ну и респаун, конечно, я тут мамка админа. Меня убило со шмеля. Ай, короче, ребят, не, я это безобразие буду прекращать просто, потому что мне это настолько надоело, что я просто не могу в это играть. Серьезно. Ладно, ребят, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.